Подмосковье стартовал новый социальный раунд «Безопасная мобильность». Он проходит с 11 по 29 мая. В ходе проекта во всех городских округах будет реализован комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей современных средств передвижения – велосипедов, сегвеев, электросамокатов, гироскутеров и других. Участники дорожного движения в рамках проекта также могут пройти опрос, который поможет в дальнейшем профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Площадка для обсуждения размещена на официальном телеграм-канале «Подмосковный ГИБДД».